Всем приветики. Это я решил продолжить тему про вибродинамик. Короче, такое, я думаю, что они давно не... Ну, я думал, что им реально все равно, они давно не приходили. А вчера я такой взял и в 12 ночи включил его вообще на всю, как бы. И минут через 5 они прибежали вот прямо сразу. И давай звонить, стучать в дверь. Естественно, я не открыл. Минут через 5 они сами ушли. И, короче, такие вот дела. Ну, естественно, то есть там слышно, хорошо слышно, просто днем они терпят. А ночью они уже не стали терпеть. Ну, так-то я сам-то понимаю, что ночью нельзя, потому что могут вызвать и милицию, и тогда мне могут штраф дать. Поэтому я сразу выключил, как они начали звонить. Но суть в том, что я их все-таки заставил вернуться. Я думал, все равно они больше не придут. Уже столько времени я их не видел, не слышал, вдруг раз пришли. То есть работают, просто они терпят. И, короче, вот сейчас я в зале, он стоит в спальне, получается, там вот сверху. И его слышно с балкона. Вот сейчас, если перейти на балкон и послушать, то там его будет реально слышно. Не знаю, как там было, но здесь реально слышно. Кстати, вчера не досказал, и его надо закреплять. То есть я его когда поставил, просто поставил, не закрепляя к поверхности, потому что он был слегка прижат. Именно от баса он вибрирует и уезжает, падает. Поэтому я его зажимал сильнее. Он тогда медленнее выезжал, но все равно уезжал и падал. И тогда я так зажал, что он уже не уезжал, но из-за этого он подгорел. Поэтому его надо так поставить, чтобы он напряжался не сильно. Ну и чтобы он от вибрации не уезжал, чем-то его так закрепить. Вот как-то так. На этом все. Всем покидаю.